Уважаемые друзья, 2 апреля мы проводим акцию по распространению информации об аутистах. Мы проводим акцию поддержку Айгуль Акберды. Мы добьемся успеха тогда, когда мы начнем менять свое сознание. А наше сознание уже меняется. Оно изменилось. Назарбаев ушел. Ушел в прошлое. И наше будущее не с ним, не с этим режимом. Наше будущее с цивилизацией. А мы построим свой мост к этой цивилизации, потому что в нашем сознании произошли окончательные перемены, окончательные изменения. И 2 апреля я обращаюсь к вам с призывом, чтобы мы вместе объединились, поддержали друг друга, объединились. Это будет следующий шаг к смене действующего режима. Алга, Казахстан! Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.